Более 80% жителей Одесского региона довольны качеством предоставления административных услуг. Это показали результаты исследования непосредственно в самих центрах. Опросили более 1000 посетителей в Одессе, Измаиле, Черноморске, это бывший Ильичевск, и Южном. В результате были выработаны рекомендации. Рекомендации по улучшению качества этих услуг, в первую очередь, с позиции потребителей. В Одессе по сравнению с другими городами процент недовольных самый большой. Среди всех замечаний по работе центра самыми популярными стали очереди и неприспособленность помещений для людей с ограниченными возможностями и детьми, а также неудобный график. Мы сохраним 2 дня приема до 20:00, 7-часовой прием ежедневный и 6-часовой прием в субботу. По словам начальника городского департамента предоставления административных услуг, работы по исправлению этих и других недочетов уже начаты.